А здесь мои долгорастущие архимандриты. Найти их тут еще проблематично, так как они подземные жители. Вот сейчас потревожу, начнут вылазить. Вот нашла. Вот нашла. Это еще, так сказать, нимфочки. Они еще бескрылые. Это довольно экзотические насекомые, коллекционные экземпляры. Да, вырастает большой красивый таракан. Но это сейчас они такие шустренькие. Потом с возрастом будут более тяжелые. И хоть и имеют крылья, они не летают. Так что тоже интересно наблюдать, растить. О, красота какая. Растем потихоньку. Ну, до вот такого размера еще расти месяцев 7-8. Так что начинали они у меня с сантиметра расти. Поэтому интересно наблюдать весь процесс. Главное запастись терпением. Результат того стоит. Вот они, красавчики. Ну-ка, малыши, бегите. Субстракт им обязателен, они закапываются в него. Даже корм туда он закапывает. Он сколько еды ушло под землю просто-напросто. Так что кушают все, как обычные тараканы. Морковку, капусту. Паюку вот закопали полностью, воду разлили. Ну, это не смертельно. Это я им овсянку поставила. Уход не обременителен, не пахнут. Главное убирать вовремя подстилочку при загрязнении кормами. Ну, правда, миску особо смысла нету под вот эту вот еду ставить. Чисто подсыпучие, потому что все равно все это закапывается. Вот такие вот питомцы. Интересные. Напоминают больших мокриц. Ну, когда вырастет, конечно, намного красивее будет. Вот такая тема. Для любителей экзотики.